Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Skibby Defense. И, ребята, сегодня мы с вами затестируем максимальную стадию Годжо, как он будет дамажить, ребята. Это у нас Nightmare режим, самый сложный. Здесь у нас босс просто нереально большой, нереально сильный, очень много жизней. И мне интересно, ребята, сейчас посмотреть, насколько сильный Годжо в своей максимальной фазе. Его, ребята, можно прокачать до максимума, только когда у вас безграничные деньги. Давайте вот сейчас посмотрим, смотрите. Я его прокачал. Вот так вот он сейчас выглядит. Вот такой вот у него радиус, ребята. И давайте, кстати, я могу поставить еще, например? Нет, ребята, я могу поставить только одного такого Годжо, который прокачан у нас на максимум. И давайте будем смотреть, как он будет справляться, ребят. Я включаю все автоскипы, которые есть. И, ну, смотрите, он просто всех пока взрывает. Но это само собой. Нам интересно, как он будет справляться, ребята, с боссом, который у нас на 25-й волне. Сейчас я давайте вот так вот отойду. И мы вот так вот с вами будем смотреть. Смотрите, вот так вот он выглядит. На максимальной стадии своей. На максимальном улучшении. Это, конечно, жестко, ребят, смотрите. Бэмч. И, ну, я думаю, он никого не будет пропускать. Смотрите, тут у нас они потихонечку идут и просто взрываются. Тем более, радиус у нас очень большущий. У Годжо, да? И мне интересно, ребята... Вот босс, который выходит отсюда. Как он будет получать урон? Ну, насколько много, да, дамажит Годжо в такой фазе? Я, ребята, сейчас хочу это проверить. И мы с вами... Ну-ка, так посмотрим, смотри. Ну, у него радиус... Ну, так посмотрим, вообще он пропустит или нет. Не, ну так-то, по идее, не должен пропускать, ребят, смотрите. Ну, всех вроде уничтожает, всех лопает. Хоть их много, да? Но уничтожение идет полным ходом, ребят. Вот самое стрёмное, что у него музыка какая-то, ребят, еще играет. Если я вот так близко к нему прям подойду, он очень громкий. Поэтому я, ребят, вот так вот отдаляюсь от него, чтобы было вот так вот, ну, представление, как он вообще со всеми справляется. Так-то, по идее, не сильно поменялись его скиллы. Вот какая-то аура получается, вот он лупит. Бэмч, уничтожает. Так, ну давайте посмотрим, что там у нас по волнам. Уже 11-я волна. И, ну, до 25-й не так сложно будет дойти нам, да? Давайте тогда мы сейчас с вами быстренько переместимся на 25-ю волну. И посмотрим, как он будет уже там с мини-боссами справляться. 14-я волна, ребят, вообще никаких проблем нет, смотрите. Никого вообще не выпускает. Можно было, кстати, его поставить... Прямо в самом начале, ну, без разницы. Мы могли его даже и в городе поставить, ребят. Где-нибудь в центре города, да? Но у него радиус все равно в любом случае большущий. Он всех будет уничтожать. Вон, смотрите, идут туалеты. Смотри, какие прически у них блатные. Но мы с ними справляемся. Смотрите, какие они. Да уж. Он просто, я не знаю, одним ударом уничтожает. А вот если... Допустим, ну-ка, давайте-ка мы сейчас... Я могу вот его выбрать. Так, надо его выбрать как-то. Где? Ладно, давайте так приближусь немножко. И мы с вами выберем его. У него, конечно, этот... Вот, видно его радиус, ребят. Вот, смотрите. Вот так вот он лупит. Давайте так вот отклонимся мы с вами. Ну все, это вся карта, полностью вся карта, ребят. Полностью вся карта в его распоряжении. Он может наносить урон хоть сколько. Вопрос, как он будет, конечно же, уничтожать боссов, ребят. Вот там, смотрите, мелкие какие-то идут, быстрые. Но не, он с ними справляется. Тут был один босс, ребят, но он лопнул очень быстро. Поэтому мне кажется, что и боссы, вот эти спикеры, которые, они тоже очень быстро уничтожатся. Но интересно, а вдруг нет, ребят? Вдруг все-таки Годжо на этом левеле, да, на... Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть. На шестом уровне, ребята, не такой сильный. Ну ладно, давайте сейчас посмотрим. Ну смотрите, у него урон, ребята, просто капец. Это сколько тут нулей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 13 нулей, ребята, это капец. Это ж просто жесть. Ну, мне кажется, босс ваншотница, ребят. Атака кулдаун 9 секунд. У нас, так как X3, ребята, 3 секунды он, раз в 3 секунды бьет. Рейндж 1000 метров. Ребят, ну это дико. Мне кажется,
нету шансов у этого босса, который на 26-й волне у нас тут вылезет. Можно было даже модификаторы какие-нибудь навключать, чтобы у него было еще больше жизней. 16-я волна, кстати, тем временем. Что-то как-то долго волны идут, ребят. Я думал, они будут быстрее идти. Вот, смотри, телепортер. Так. Ну, не, ребят. Там такой урон, что ни один телепортер не сможет пройти. Но остается не так много волн. Типа, смотрите, у нас секунды идут достаточно быстро, да? И сейчас у нас, бац, уже 18-я волна. Ну, короче, тут каждая волна длится примерно минуту. У нас в 3 раза быстрее, ребят. Поэтому у нас 20 секунд идет волна. И сейчас уже будет стартовать, получается, 19-я. Но остается совсем немножко, ребят. И мы с вами увидим, как Годжо будет уничтожать босса самого мощного. Вот, кстати, смотрите, босс пошел. Ну-ка, босс идет или нет? Там вон, смотрите, написано Defeat Boss. Ну смотри, он пропускает их. Но почему-то сразу всех не убивает. Ну, видите, вот именно в этот радиус, если попадает кто-то, он просто уничтожается сразу, ребят. Кто не попал, тот выжил. Но в течение 3 секунд тоже уничтожится. 19-я волна, еще где босс? Босс-то вылезет или нет? Я просто не помню, ребят, сколько там жизни у босса, который выходит у нас на 26-й волне. Давай быстрее. Где босс-то, ребят? Ну тут слишком быстрые какие-то они вон идут. Давай. Пэмч, уничтожен. Где босс-то? Тут уже, я даже не знаю, ребят, ждать босса или нет. Но сейчас он должен выйти, по идее. Вон, нет, не босс. Ну, это все-таки, ребят, имба, да. Скорее всего, это имба, и он уничтожит босса. Ну, даже есть не с одного удара. Ну, наверное, с двух. Может, с трех ударов. То есть, в течение 10 секунд он с ним разберется, ребят. 21-я волна, кстати, стартанула. Все, мы сейчас уже это... приближаемся, смотрите, ребята, к нашей 25-й волне. Сначала надо с 25-й волной, да, разобраться. А там потом уже 26-я с этим гигантским боссом, Корруптодом. Ну... давайте дождемся тогда 25-й волны. Ну что, ребят, это 24-я волна. Сейчас она уже у нас должна закончиться. И выйдут, ребята, уже первые спикермены, которых мы с вами должны одолеть, да? Ну, мне кажется, с одного удара просто они лопнут. И дальше у нас 26-я волна, где выходит гигантский коррупт. Тут надо будет поставить паузу. Или же скорость x1, ребят, чтобы посмотреть, как он будет быстро с ним справляться. Потому что сейчас у нас ускорен, да, все-таки x3 скорость. Ну и 24-я волна, как вы знаете, достаточно долго. Я уж тут жду, но она все никак не может кончиться. Давай, 24-я волна, вон они пытаются выходить, ребята, но... ну ничего не выходит. Вот эти вот я только не понимаю. Ну-ка, я могу так за карту посмотреть? Куда они проваливаются? Они куда-то проваливаются, ребят, смотрите. Пам-пам-пам-пам-пам. Просто щиты проваливаются, как будто. Даже без юнитов, ребят. Так, ну. Где у нас тут? Ага, все равно еще боссов не видно. Давайте будем ждать. Да, это все до сих пор 24-я волна. Это вот у нас идут эти. Что-то непонятные какие-то эти туалеты, да, смотрите. Что у них с лицом вообще? А, это скул, типа, ага, понял. Ну ладно. 24-я волна долгая, капец, ребят, смотрите. Я бы хотел, конечно, еще одну попробовать поставить, но это будет дико. Мы можем с вами секретного агента, например, поставить. Во, мафия идет. Все, ребят. Можно уже ставить скорость x1. Ну-ка. Он сейчас мафию просто, смотри. Бамс, все, нет мафии. Должен идти один босс, ребята, а у нас идет, получается, 5. Все, 25-я волна стартанула. Бэмч. Минус просто. Так, что там у нас? Давай, выходите. Выходите. Сейчас посмотрим, как будет у нас справляться наш Годжо. Он ждет, давай. Выходите. Что-то луги такие, ребят. Во, идут. Ну-ка, смотри, бамс. Минус один. Где второй? Где другой? Ага, вот следующий пошел, ребят, смотри. Бэмч. Минус один. Ну не, ребят, там дофига урон. Там 950 миллиардов вроде урона он наносит с одного удара. Это дико.
У этих боссов вообще нет шансов никаких абсолютно. Ну, окей, давайте 3 скорость поставим. И дождемся 26-ю волну, ребят. Бэмч. Давай, 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 26-я волна. Ну, видите, они по очереди выходят, апгрейды-то. Там, кстати, G-Man должен еще быть. Че они зачем по очереди выходят? Еще выходит, бэмч. О, вот, G-Man'ы пошли, ребят. Угу. Ну, G-Man'ы тоже лопнут очень быстро. Ничего с этим уже не поделаешь. Так что, Годжи, ребят, это имба. Это жесткая имба. Давай, 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 давай. G-Man, давай, сейчас бэмч. Ну, бэмч. Ну, сколько их можно-то? Давай. Вот, все, 26-я волна пошла, ребят. Ну-ка. Сейчас выйдет босс. Давай. Вылазь. Ну-ну-ну. Вот он, вылез. Нет, это апгрейды-то еще пока пошли. Точно. Апгрейды-то пока пошли, ребят. Бэмч. Минус апгрейды-ты. Давай-давай-давай-давай-давай. Так, это еще до сих пор апгрейды-ты. Так, там G-Man'ы. И после вот них должны эти быть. Как геймендеры. Бам. Минус. Вот геймендер. Во-во-во-во-во-во. Во, смотри, ребят, все. Остался Corrupted. Вот он, ребята, Corrupted. 20. А, 275. Короче, у него тоже дофига жизней. Но Corrupted тебе вообще никак не сравнится. Вот, смотрите, ребят, я сейчас со всех сторон его рассмотрю. Тут какая-то, я не знаю, что это за кружочек какой-то. Оружие его, ребята. Ну и наш Годжо. Он, кстати, в стане. Смотри-ка, он в стане. Окей. Давайте посмотрим на жизни, как жизни будут кончаться. Мне кажется, с одного удара. Ну-ка. А, он в стане до сих пор, да? Он в стане просто еще. Так, ждем, пока стан пройдет. А он пройдет вообще или нет? Вот, стан прошел. Удар. Где удар-то? Ты чё? Во! Удар пошел, ребята. Все. С одного удара, ребят. Ну, это было ожидаемо, я думаю, да? То, что Годжо в такой форме уничтожит абсолютно всех. То есть, я даже не знаю, ребят, в бесконечном режиме, наверное, также можно его затестить, типа, да? Вот, ребят, смотрите. Я прошел... А, я уничтожил Corrupted'а. Засчитал, ребят. Ничего себе. Я его еще, кстати, не побеждал. И, ну, мне надо постараться, чтобы его победить, ребят. Я тактику, в принципе, уже примерную понял. Так что, ребята, в следующем видео мы с вами постараемся уничтожить Corrupted'а вот этого в четвертой части, но без, конечно же, модификатора вот этого бесконечных денег, ребята. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.